the river Mekong, Rika Mekong, Lao People Democratic Republic, Лаосская Народно-Демократическая Республика. It's the jungles near city Luang Prabang. Это лес в окрестности очень крупного туристического города Луан Прабанг. И отель под названием Lao Spirit Resort. То есть лаосский дух. And the resort named Lao Spirit Resort. Welcome to Lao Spirit Resort. Luxury, relax, and excellent stay in Lao People Democratic Republic. Oh, I missed the boat. There is a boat with the people. And on another side of the river you can find an elephant farm. And you can make elephant trekking there. Ну и на другом берегу реки вы можете найти деревню слонов, точнее ферму слонов, где можно покататься на слонах. Я пропустил лодку, но там ничего интересного. Это гостиница под названием Lao Spirit Resort, то есть лаосский дух. Здесь я жил 3 дня. Поэтому, если будете в Лаосе, пожалуйста, загляните и выберите этот отдых. Остановитесь в гостинице Lao Spirit Resort. В окрестностях крупного туристического города Луанг Прабанг. Вот так выглядят эти бунгало. И что самое интересное, вот эта конструкция, это душ. То есть душ под открытым небом. С горячей водой, разумеется. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться с друзьями, поставить лайк, откомментировать хорошими словами. Впереди еще много интересного. Очень-очень много интересного. И очень-очень интересного. Также проверьте, нажат ли у вас колокольчик. Guys, don't forget to subscribe, give me like, write me some nice comments. Push the bell near the button, subscribe, share this video with your friends. Somebody share this video with your friends. And welcome to my channel, let's research the world together. Most interesting to be continued. Please follow me. Welcome to Lao. See you at the end of the world. Thank you for watching.